Всем привет, с вами Рэйвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Средиземье, Тень Мордора. И топаем сюда. Казнь. Так, надо его грохнуть раньше. Разрушитель. Неуязвим. Иди сюда. Блин, он бежал, надо было подождать. Из спины нож воткнуть. Ложанулся что-то. Угрозы пошли. Ты чего? Казнь. Нормально так отнимает. Ничего тут толпень. Нам нужен только ты. Жирный, а, помешал. Да какой ты капитан-то, а, дрищара. Сдохни. А вы бегите, давайте. Сэкономили, ох, не все. Лучше бежал. Так, надо цветочек захавать. Так, сюда можно сбегать. Извини. В смысле? Я думал, это шестерка какая-то. Это капитан. Это было слишком легко. Без всех лучников. В голову так в голову. Так-то ничего особенного. Да. Шестерых еще. Опа, раз. Так, сосредоточение у меня опять полное. Поэтому, парни, извините. Это не в бошку было, да? Ну все, в принципе. Ой, не попал, извини. Сведения. Кто этот последний вождь? Кримп Хромой. Что за призывающий свет?
Ладно, можно сходить, вольнусь его. Пожалуй. Как я вообще так добегу? Лучше переместиться. Принять. С лука вольнуть надо. Так, их лучник мне уже не помешает. Сдох первый. А где остальные? Да ну зачем вниз-то? Поднимайся. Ребят, ну вы где? Еще один. Ах, не достаю до головы. Прибыл. Его, наверное, тоже можно с лука вальнуть. Где он прибыл-то? Вот, прибыл теперь. Ну, башка у него так-то открыта. А лучше бить скрытно. Неуязвим к обстрелу. Куда он побежал-то? Получи! Казнь быстрей! На, под ребра меч ему. Полетела головушка. Разбежались сразу. Так, что прокачать-то можно? Истощить. Да этим я и не пользуюсь.
А также убитые градом ударов. Стреляю по ногам. Фигня. Жуткое скрытное убийство. Ну ладно. При убийстве в бою с помощью казни восстанавливается 2 эльфийских выстрела. Урон в ближнем бою увеличивается. Это, кстати, нормально. Что еще есть? Защита от дистанционных атак. Ладно. Лук. Устанавливает 5 единиц здоровья за убийство выстрелом в голову. О, их продавать можно. При любом ударе из тени. Это то же самое. Только 29. Да. А тут то же самое. Ага. Ой. Продать, принять. Продать, принять. Обездвиживание, вероятность восстановить. Это не одно и то же. Ладно. Так. Ладно. Куда топать там надо? Полководцы какие-то черные. Ну, можно еще сюда заглянуть. Выполнить задачу убить 4 руков. Так. 4, значит. Ну это вроде больше 4. Чё-то их многовато. Блин, давайте я кого-нибудь убью. О, вот тебя. Зачем за мной ты бежал? Глупышка. Разрушьте город Хаур, чтобы выманить черных полководцев.
Хан's words. The hunt is with our people. The slaves you helped us free know where the Dark Lord's monument is most vulnerable. We'll strike there. We'll need to steal a cart of grog from the Uruk. It will make quite the trigger for the blasting powder. Let's move. Ну, выдвигаемся. Как скажешь. А их по-тихому вольнуть нельзя, что ли? И все, опять идем, даже не крадемся. Уруки. Ну давай. А на тебя хочу прыгнуть. Ну? Ладно, с вами я сражусь. Если точнее, с одним. Мог бы и помочь. Куда идем-то? Ну так пошли, ты без меня не можешь, что ли, идти? Да они дохнут из одного удара. Один сдох. Где второй лучник? Так, вас я вольну. С остальными я хочу подраться.
Ты-то чего прибежал? Его не трогайте. Сражаемся. В последний момент выбежал. Кайдзин Урука остался. Долго еще идти будем. Да ну ты что встал? Я думал, в другую сторону пойдем. Тут никого нету. Побежали. Я же ему урон не могу нанести. Правильно? Значит, буду махать мечом направо и налево. Цветочек, я иду. О, стрелы. Там еще есть. Он же не убежит без меня. Блин. Я недалеко. Все. Эти, что ли, всех перебили? Мелкие. Гхолы. Я хотел перепрыгнуть и оглушить. Как дела? Цветок наверху, что ли? Карагорс. One enemy replaces another. Я его уже видел. Так,
Долго там стоять будешь? Так, где тут стрелы-то были? Хотя их полно тут. Значит, можно пострелять. Хотя они по одному тут держатся. Максимум по двое. Так, не хочу к тебе бежать. Сюда уже эти рабы прибежали, что ли? Че так рано-то? В себя они, что ли, поверили? Стрелы закончились. Да ну идите вы. Да что за бред-то? Извини, но ты умрешь. А эти могут умереть, мужики? А вы там чего стоите? Стоп, что? Я их толкать, что ли, должен? Может, кто-нибудь другой это поделает? Ну, как хотите. Еще что ли лучники? Где? Меня здесь больше не будет.
Почему я такой слабый? Outcasts, it seems I am less of a monster in death than I was in life. It is the Black Hand and his captains who are the true monsters. They will return, and when they do, these men will die. Найти патруль руков, разведчиков. А если стрел не хватит? Да ну не двигайся. И так стрел мало. Что, он прыгает, что ли, еще? На месте. Да ты стреляй. А, я его истощать могу. Но не тормози. Так, тоже четверо. Четыре стрелы. Ну не застревай только. Тоже четверо. Это еще не последний лагерь.
Но мне всего 10 надо. Ну ладно. Проходить дальше будем уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр и всем пока.